На церемонии открытия фабрики «Харрис СНГ» многие гости впервые увидели друг друга. К примеру, дистрибьюторы обычно ведут переговоры по телефону. Воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пожар 2004 года по-настоящему объединил многих людей. В восстановлении фабрики участвовали и сотрудники компании, и страховая служба, строители, партнеры по бизнесу и местные власти. Я также хочу поблагодарить всех сотрудников фабрики «Солнечногорский», отметить то, как они пережили эти трудные времена, обеспечивая процесс восстановления фабрики. Солнечногорская администрация в период восстановительных работ помогала руководству фабрики в строительном проектировании и всячески содействовала в скорейшей подготовке всех необходимых документов. Сегодня для Солнечногорского района действительно значимые события, потому что открытие такого крупного предприятия, как «Харрис», и, соответственно, те рабочие места, налоги, которые будут здесь оставаться в районе, это для района очень важно. Во время восстановления фабрики многие ее солнечногорские работники повышали свою квалификацию в Европе и на других российских производствах фирмы «Харрис». Тем временем руководство компании вложило несколько десятков миллионов евро в строительство и оборудование. Сегодня, после церемонии перерезания традиционной красной ленты, многие гости впервые видят производственный процесс фабрики. Современнейшее оборудование, говорят хозяева, не должно попадать в объектив камер, только работники и продукция компании. Компания «Харрис» не изменяет своим традициям. Чтобы увидеть, как работает производство, нужно обязательно надеть белый халат, шапочку и бахилы на ноги. Фабрика запустила 4 производственные линии – рулеты, кексы, мини-рулеты и мини-кексы. Новый продукт компании – хлеб American Sandwich. Повышая конкурентоспособность своей продукции и открывая новые линии, компания планирует вернуться к истокам своего успеха, начало которому было положено еще в 90-е годы. Один серьезный шаг уже сделан. В рамках компании «Харрис Групп», куда входит 12 фабрик, Солнечногорская теперь является самой современной и совершенной. «Нет худа без добра», – говорит новый директор «Харрис СНГ» Михаил Путилин. Не было бы пожара, не стать фабрики самой лучшей среди своих компаньонов.